Всем привет! Выехали по делам, немного поводили, поэтому сижу в очках. До сих пор слежу за дорогой, изучаю знаки. В общем, мы приехали сюда посмотреть Паше форму для футбола. Здесь находится... А что здесь находится? Здесь стадион этот, нет? А, вот, Independence, вот, 203. Нет, 205 вот там. Я говорю, 203, вот, Independence, спорт. И там замок висит, по-моему. Да, замок висит, он у них всегда висит. Это почему? Кодовый замок, они приходят, нажимают код, забирают ключ и туда и открывают дверь. Если висит в Америке замок, это не значит, что они не работают. В общем, мы приехали посмотреть футбольную форму. Вот в этом офисе сказали Independence. Это вот эта организация футбольная. Что-то ну, маечка такая, нормально. Вот такая маечка. Купили две футболки. Blue Royal требовалось. Синий королевский и белую. Вот она. Рекламируют все подряд. Это Chick-fil-A, Dick's, спортивный магазин. С этой стороны она рекламирует Novant Health. В общем, все подряд. А вот это, собственно, вот этот, вот эта организация, от которой разные клубы футбольные. Стоит все это счастье $30 в месяц. В месяц. Кредит. Вместе. Босс, да. По $15. Попытались пообщаться без переводчика, более-менее так друг друга поняли, насколько это возможно. В общем, контактируем, работаем. О, там люди выставили коробку, можно забирать, кто что хочет, кстати. Люди выставили. Вот так они. Не знаю, целая коробка какого-то богатства лежит. Так это для мусора, не для мусора. Нет, это просто коробка. Выставили, чтобы нуждается, забрал. Теперь нам нужны шорты еще спортивные. Паша готов на футбол завтра. Дардаш предлагает $45 за... Вот, целая картинка. За кучу заказов. Это вот это домики, это надо поразгрузить туда. Но $45 будет. Можно не работать потом весь день зато. Неожиданный цвет машины. Красивый. Ничего себе, тут кушеря-то кушеря. Не пролезть. Заросло. Ой, это что такое? Зеркало, что ли, кто-то разбил? Что это? Машина побилась. Приехали в Walmart. Думаем здесь посмотреть и шорты заодно и докупить что-то из продуктов. Плюс Валя приболела. Нужны... Не нужны, а нужен типа препарат, как Аквалор, что-то промывающее нос. Ух ты, какие перчики! Как классно, $10 стоит. Я когда такие кусты выращивала, но у меня, в общем, все попропадало. Классно. Хочешь, Виталь, $10? Они же съедобные, их можно кушать, ты знаешь. Все протирают. Ты не будешь протирать? Я беру тут там салфетку и протирают ручки. А мы взяли. А, чисто, как ты понял. Что это за собрание здесь? Собрание мужиков. Автобус их привез сюда. Христианский автобус. Что они там изучают? Помидоры будем брать? У нас есть помидоры, Паша. Что они там кричат? Какое-то торжество у них там. Они там, как свойственно американцам, кричат, хлопают, аплодируют. Аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать. Мне нужны огурцы. Я подойду за огурцами. И петрушку, если ее не съели. Ее постоянно съедают, как не приду. Это петрушка. Это я все время беру другое. Базилик или что я беру. Все, уехали школьники. Red Delicious. Должны быть вкусные. По крайней мере, так звучат. А вот грушки, глянь, какие. Ну, что-то грушу не хочется. Кукумберсы. $2. Грибочки маленькие, 2,18. Все опять нарезные. Так, надеюсь, это моя корзина, вроде да. 48 центов. Очень сильно зеленые прям. Так у нас только яблок не влезет в холодильник. Еще взяли oranges. И 3 пакета яблок разнообразных. Каждому ребенку
Ух ты, какие красивые. Они как грушка по своему сорту яблок. Мужик повез целую тележку кукурузы. Уже уехал. Там у него просто она так лежит. Как он ее собирается пропитывать? $10. А в Костко... А в Костко мы взяли две банки. По-моему, такие за 14. Почему мы в Костко не поехали? Питер Пен. Паста. Мне не очень нравится арахисовая паста вообще. Ну это подешевле. $5 аналог Нутеллы. Ну, Нутелла вкуснее. Варенье возьмем, может. Клубничная. Паша есть клубничная. Почти $4. И вишневая мне нравится. С него хорошая выпечка будет. Такое не течет, как джемиком. Да, можно будет печь потом, но сейчас жарко опять. Только я занялась выпечкой, как стало опять жарко. Буду ждать похолодания. Тыквенная. Pumpkin butter. А вот какое интересное. Bon Maman. Но оно и подороже, $6. Здесь и апельсиновое, и фиговое. Это инжир, что ли? Фиговое дерево, по-моему. И лимон. Ну вот это самое интересное, это красный перец. Есть любители, интересно. Гора варений. Блюберри. О, это вкусная, черничная. Два черничных. А, это блэкберри. Блюберри, блэкберри. Ясно. Взяла Тимофея Little Bites, Beats, шоколад. Маффины, в общем, маленькие. 20 маффинов. 20 маффинов, но 5 паучес. А, вот такие еще есть. $4. Вот так. Кстати, можно вот такую взять. Я не уверена, что они прям вкусные будут. В школу. Пончики. Пончики прям разбирают. А маффина нет. Цветочки не могу не посмотреть. Особенно мне нравятся такие неожиданные цвета. Зелененькие цветочки. Синий букет. Чем цветочки? Цветочки по $10. Большой, маленький букет, премиум букет. Разные цены. Сок агавы, как-то раньше я не замечала. Это для выпечки, видимо. Верное. Растет все для выпечки. Муку взяли. $10 она, да? А, нет, $10 это что-то огромное. Это 4, а огромный мешок сколько? Может, нам надо 11 килограмм в огромном мешке за $10. Такую еще пачечку взяли белой. Сосисочки. 8 штук. И колбаса. Фото салями. С курицей, свининой, говядиной. Валиной любимой колбасы нету, она закончилась. Еще взяли... Ой, а, еще какие-то сосиски. Две пачки сосисок. Готовые ланчи. Бутерброд, там уже водичка, печеньки, еще что-то сладенькое лежит. С разными вариациями. Есть как пиццы кусок, и тоже там сладость какая-то, вода, печенье. А, вот много вариантов. По 2,86 и по 4. Взяли еще ветчину. И пармезан возьму, притрушивать всякие вкусняшки. Не вакуумный? Нет, если его не открывать, он будет отлично вот до января в таком виде. Если я не залезу туда пальцами. Просто один у меня вот так, кстати, пропал. Что это за медальки? Сырные медальки. Я Филадельфию взяла еще. Взять на такие лучше масло, наверное. Опять орет эта музыка. Так соленая, не соленая. Солтед один. Один не солтед. Несоленое масло. $5 почти за 450 грамм. И молоко. Соленые печеньки для Вали. $4. Кошачий домик для Киси. Который у нас пока нету. Может, скоро будет. Вот что мне точно надо. От тараканов этих ужасных, страшных, огромных. Стоим возле интересного стендика. Убираем от тараканов. Кроме того, здесь есть от змей. Кто живет в частных домах, нужно обрабатывать от змей.
территорию, плюс опрыскивать от пауков. Советуют раз в месяц, потому что здесь кусают ядовитые пауки в том числе. Вот в этом сезоне кого-то покусали, писали люди. Не, это не смешно на самом деле. Покусали так, что нужно было срочно ехать там до отека квинки. Вот давай такой возьмем. Такой взяли. $7 почти. Мы боимся просто, это будет брызгать в разные стороны, распыляться. Проблема общая. Люди тоже выбирают то, что это кошмар. Тут с насекомыми. В Советском Союзе было. Это от мух. Вешают, и мухи прилипают. Это случайно не липкая лампа? Нет, это липкая лампа. Это как ее называли раньше? Мухобойка. Да, мне бы мухобойку. Купи мне мухобойку, кстати. А, сейчас уже осень. Я просто задолбалась уже мух убивать, этих зеленых. Вчера опять двух замучила. Не лезут и лезут к нам в окна. И пауки, кстати, тоже лезут, черных. Я тоже убивала парочку, даже не знаю, кто это был. Взяли Вали, она просит клеевой пистолет, чтобы творить, и к нему стержни клеевые, тапочки. Рик и Морти. $20. Крюгер, видел, Виталь? Страшенная майка, Фредди Крюгер. Жесть. А, тут все, пятница 13-е. По фильмам. Клоун этот, чужой, или как он там, не помню, называется такое. Не очень люблю смотреть, если честно. Вообще, мы Паше шорты не нашли, но сейчас хорошие скидки на летнюю, распродается всякая одежда. Но шорт футбольных нет, завтра поедем, наверное, в Маршалс. Вот тут есть. Да, взрослых полно шорт, да? Мой любимый осенний стендик с пугалами. Уже Мексикой попахивает. Еще и головой трясет. Ну, здесь вообще жесть полная. Не хочу смотреть даже, если честно. Тут это дело вообще жесткий. Просто жесткий. Да еще вот такой помягче, такой веселенький. Хэллоуин – это жуткий. Вот они вот так, наверное, дома свои украсят, поставят вот эти страшные фигуры, чаки. И будут пугать соседей. Мне вот это больше нравится. Стенд приятный. Приятная расцветка. Все оранжевое. Радостная. Это я Паша взяла в школу вроде. Попросил такие ярлычки. Что это? А, это карандаши. Какие у нас есть? Вот маленькие? Ну, конечно, с тех. Нет, да, это другие. Это не... Нет, не надо. Это более другой материал. Они такие, как скользкие. И папка нужна. Артем с кармашками. Мы уже набрали этих папок целую гору. Все равно нам их не хватает почему-то, не знаю почему. Вот такую, что ли? Вот тут целая система кармашков. Взяла две папки. Ноготочки, реснички, как у Мэрилин Монро. Babies and Kids. Выбираем Вали соляной раствор. Вот этот разобрали, этот последний. 5,88, а этот 5,98. Он прям целый, там почти весь закончили. Такой маленький, конечно, 90 грамм всего, почти за $6. Мы брали у нас аквалоры, они хотя бы большие. Все, на кассе пробиваемся. Что это за колосок? Вот серединки, что это такое, торчит красивое. $15. Такой горшочек. Скупились на $170. Сегодня у Вали карате. Но неизвестно, поведем или нет, потому что она пошла в школу с насморком. Если сильно нос будет забит, то, наверное, будет не очень комфортно ей заниматься. Останется дома. Мне показалось, что у него уточек поприбавилось. Мне казалось, у него там что-то было совсем мало. Он коллекционирует. Забираем. Детей нет, чтобы позвать. Будем сами тащить.
никого поэксплуатировать. Я так и иду в очках, следила всю дорогу за дорогой. В общем, учусь водить на пассажирском сиденье, смотрю, куда муж поворачивает, знаки изучаю, потому что я слепандя. Очки такие неизысканные. Ух ты, какие собачки идут. Таких собачек целый ковер шерсти. Тоже хочу собачку. Собралась уже за Валей, сейчас приедет. Напшикали мы отравой от тараканов, которую купили в Walmart. В результате пахнет просто весь дом. Пахнет, кстати, не химией, а эвкалиптом, по-моему. Но такой сильный такой запах. Прямо первые минуты удушающие. Мы пораньше напшикали специально, пока еще детей не было, но до сих пор еще пахнет. Посмотрим, насколько это поможет. Потому что вчера таракан, видимо, с окна полз прямо по дивану. То есть я сидела на кресле, и он пробегал по дивану. Диван возле окна. Возле окна стоит. А вчера я еще и прочла, как женщину укусил паук прямо в кровати. Он ее покусал, поползал. Она покрылась, в общем, сыпью. Почитала все это на ночь. Долго не могла заснуть. И мне казалось, что по мне тоже что-то или кто-то ползает. Не нравится мне это все дело. Кто здесь водится в Северной Каролине. Пауки такие могут быть совсем опасны, что можно не успеть, доехать до emergency. Красота! Ты что такая? Что случилось? Что-то случилось? На нашей остановке стала выходить целая гора детей. Раньше столько детей выходило только в старших классах. Сейчас просто очень много детей. Это Валя сделала уже. А что это? Это то, что вы в школе занимаетесь? Патриотические звуки. Это знаешь что? Что, Элла? Мы сегодня Все патриотизму посвящено. Мы на карате идем. И песенку поем. Вчера бы мы не пошли. А? Да. А здесь люди кушают и ногти делают. Ой. У меня, значит, началась аллергия на вот это средство от тараканов, которым мы обработали дом. А пояс на соревнованиях. Давай, неси. Все, мы уже позанимались. Перебывайся. Костюмчик нам большеват. Мы тут вышли с Валей с тренировки, а наш папа уехал на работу. Валь, теперь мы пойдем пешком. И покажем, насколько... Покажем, где мы тут тренируемся. На машине 8 минут, а пешком 38. На самом деле, наверное, час. Еще и по трассе без дорожек. Это мы с Валей хотим магазин посетить, пока нашего папы нет. Это хиропрактика, доула, акупунктура. А магазин вот он вообще-то. Фанка, покемон. Он работает? На улице уже не 35 градусов, на улице попрохладнее. Дом немного охладился, полы уже даже прохладные. В общем, захотелось срочно чего-то такого. Выпечки, короче, захотелось. Буду печь пирог сегодня. Сырный пирог. Покупала сыр чуть-чуть копченый в Костко. Думали, Тимофей его себе, в общем, выбирал. Думали, будем дети будут кушать. Нет, не хотят они кушать этот сыр. Поэтому хочу использовать его для пирога. Сейчас хочу попробовать. Пеку очень часто по рецепту одному и тому же милаша на тесто. Дрожжевое вообще классное тесто. Рекомендую есть на поваренке этот рецепт. Сейчас поставлю свой комбайн. Свой миксер, он мне все замешает. Особо делать ничего не надо. Натру сыр. И все. И пирог готов. Заодно дом подогрею. Не знаю. У нас сейчас 79 показывает. Вот эта штучка. О, не знаю, она перевернула или нет камера. В общем, 79 и полы такие освежающие. В общем, не зябко. Я такая... мерзлячка. Не знаю, что я тут буду делать зимой. Зимой я тут чувствую, буду ходить в таких штанах с начесиком.
Вот такую копченую голду мы купили. Пахнет вкусно, подкопченым, сыром, все такое. Ну вот, не знаю, что-то детям он не зашел. Они думали, я не знаю, о чем они думали. Они думали, наверное, какой-то другой вкус. Чем-то мне оно напоминает, даже вот по запаху. Да, копченый сыр наш. Такой российский копченый сыр. Колбасный, что я говорю. Колбасный, помните, такой... Он еще в оболочке такой коричневый, вкусный, вредный, вредный, вкусный. Мы тут, в общем, подумали, хотим сходить в музей. Bank of America предоставляет такую возможность бесплатного посещения нескольких музеев. У нас в Шарлотте не так уж много музеев, в принципе, вот, но несколько имеется. И вот Bank of America для держателей карт делает такую возможность, в полные выходные каждого месяца он пропускает их бесплатно, этих держателей карт. В общем, мы хотим сходить, выберем какой-нибудь музей. В декабре, кстати, у них тут ожидается премьера балета «Щелкунчик». Посмотрела я билеты где-то, по-моему, самые дешевые, это я боюсь ошибиться, по-моему, где-то $250-280, пока мы повременим, наверное, с походом в музей, на балет. Ну, потому что это ж, скорее всего, не я одна пойду, хотя я одна люблю, наверное, классическую музыку в нашей семье, но одна я не пойду, это точно, это надо билет на мужа, билет на меня, плюс еще дети. В общем, потом встанем на ноги, обязательно сходим, посетим. Очень хочу на балет пойти. Сформовала такой пирожок. Эстетика, конечно, хромает у меня. Ну что, смотрите, какой у меня красотун получился. Это сделала дырочку, чтобы воздух выходил. Вот эту. Он не сильно румянится у меня сверху. Это так печка печет. Причем, видите, неравномерно. Здесь, значит, с этой стороны у меня румяна, с этой стороны не очень. Сыр у меня наружу чуть-чуть повылазил. Отличный, шикарный пирог.